Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». Итальянский бизнесмен Джанлука Ваки стал популярен в социальных сетях еще в 2016 году. Он прославился тем, что снимал ролики, на которых танцевал, и чаще всего в элитных локациях, за что и получил прозвище «танцующий миллионер». К слову, его ролики набирали миллионы просмотров. На сегодня за его жизнью следят более 22 миллионов человек. 27 октября 55-летний Ваки поделился с поклонниками радостной новостью. Его дочери Блу Иерусалим исполнилось 2 года. Звездный папа признался, что Блу полностью изменила его жизнь. Он долго мечтал о ребенке. Джанлука Ваки очень благодарен возлюбленной Шэрон Фонсеке за прекрасную девочку. 2 года с тобой. С днем рождения, моя любовь. Я сделаю все, чтобы стать отцом твоей мечты. Я люблю тебя, написал счастливый отец. Напомню, малышка появилась на свет с расщелиной неба. Этот дефект еще называют волчья пасть. Родители девочки не стали скрывать эту информацию от общественности и открыто заявили о недуге дочери, сказав, что приложат все усилия, чтобы она была счастлива и здорова. А когда девочке исполнилось 5 месяцев, ей сделали операцию, исправив дефекты внешности. После этого Джанлука решил создать свой благотворительный фонд, чтобы помогать детям с этой проблемой, исправлять их врожденные дефекты внешности. По статистике, патологии встречаются у одного новорожденного из 700. А пока звездное семейство активно путешествует по миру и вместе с маленькой крошкой разучивает зажигательные танцы. И, судя по всему, Блю нравятся эти занятия. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!